называемого Эшелон был. Кстати, Лебницкий художником из Одессы был. И Эшелон там про войну, и про нее тоже Гафт написал про войну, значит, очень нужно было там победить, спектакль этот написал. В Америку так с Эшелоном. И оттуда Эшелон прямо, иначе нужен он. Считаешь, что это смешно, так? Но никто уже не смеется. Никто, не смешно, пускай правду знает. Ладно. Пускай правду знает. Послушай, ага. Ты лучше расскажи, как ты здесь оказался вообще на сцене? Я? Да. Потому что я талант. И все. Да, это достаточно. Ты же нигде не учился, мой мальчик. Да, я учился. Я учился. Где ты учился? ГИТИС? Да. Так слушайте, ГИТИС это самая слабая театральная школа, какая есть вообще в мире. Это для придурочных артистов. Да. Да, именно там преподают в этом ГИТИСе, там преподают несостоявшиеся артисты. Чему они могут научить? Чему? Кто у тебя был бы домой? Ольга Галана Андроска, между прочим, ученица самого Станиславского. Ее видели. Она, вот они учителя японские, а мои учителя сказали, ты знаешь, Стас, я был уверен, что я приеду в Москву, мне Москву скажут. Ой, кто к нам